Минувшей ночью в городе произошла крупная авария. Около 20 часов пропало электроснабжение в домах 5, 7, 9, 11, 13 по улице Академика Королева. Вместе с электроснабжением отключилось отопление. Газовые котлы работают от сети и горячая вода. Как говорят жители микрорайона, за последний месяц это уже третье аварийное отключение. В первых двух случаях аварию устраняли не более чем за час-полтора. Во время летней аварии пробило кабель. Сейчас район питается от резервного кабеля, который не выдерживает нагрузки из-за холодов. У нас сейчас ничего нет, ни света, ни тепла, ни горячего. Вчера 8 часов отключился свет, вот до сих пор в нашем доме не меняется. В соседних домах дали свет, но вот в нашем доме до сих пор ничего нет. Вчера уже с вечера стало холодно. Ну, оделись потеплее, только так. А мы с ребенком. Оделся потеплее, но все равно мы переживаем, потому что мы недавно переболели, только перестали кашлять, а тут опять стало прохладно. А у соседей вообще болеет до сих пор ребенок, за них тоже переживаем. Со вчерашнего вечера мы звонили в диспетчерскую, они отвечали на звонки, поддерживали. Конкретно не говорили, когда они все закончат, сказали, что серьезная авария, они подключились все службы. Вот, но мы ждем. Сегодня утром сказали, что часам к 2-3 дадут тепло, ну, остается только ждать. 20:15 позвонил житель Байконура о том, что у них там нет электроэнергии. Оперативный дежурный сразу же позвонил в управляющую компанию Байконура и параллельно позвонили в наши городские электрические сети, которые выслали туда бригаду. Когда они прибыли туда, выяснилось, что трансформаторная подстанция, принадлежащая Байконуру, от нее нет питания. В течение всей ночи занимались вопросами подсоединения по резервным линиям и постепенно, начиная с 4 часов утра и до 6 часов 30 минут, 4 подключили и остался один на 6.30.